У кандидатов на пост губернатора много вопросов. В правительстве региона состоялась встреча соискателей на высокий пост с членом Центрального избирательного комитета России Евгением Калюшиным и руководителем Ивановского избиркома Анжеликой Соловьевой. На сегодняшний день свои кандидатуры на выборы выдвинули 6 кандидатов. Двое – Павел Коньков и коммунист Николай Зимин – официально зарегистрированы. Заявки еще 3 рассматриваются. До вечера завтрашнего дня время предоставить подписи депутатов в свою поддержку есть у выдвиженца от партии «Народ против коррупции» Эдуарда Крюкова. Не все кандидаты лично пришли на встречу в избиркоме, прислав своих представителей. Павел Коньков сослался на большую занятость. Напомним, с 16 августа начинается самый активный период предвыборной гонки – агитация в СМИ. До этого будет проведена жеребьевка и определены порядковые номера в избирательном бюллетене.